Это все туман, туман. На самом деле внизу есть какое-то движение. Если мы приблизим, то может мы попробуем увидеть. Но мы не видим. К сожалению, не видно. Ничего не видно. Потому что туманчик. Маленькие точки движущие. И там вот вверху. Это сама штучка. А здесь шампанское продается по 10 евро. Продается вот в таких стаканчиках, очень смешных. Вот через такую подзорную трубу, заплатив сколько-то там, 1 евро, можно посмотреть, что там видно. Но пока ничего не видно. Вот и все. Сейчас, может быть, попробую шампанское. А, вот и Дед Морозы. Дед Морозы! Высота 750 метров. Есть. Они фотографируются. Самое главное, что очень красивый пейзаж отсюда. Видно все.